Если бы ты был невидимкой, куда бы пошел? Сперва представился Литейный дом 4. Хотя не уверен, что мне бы понравилось то, что я увидел. ФСБ. А когда-то КГБ. Правда ли, что домашние животные похожи на своих хозяев? Думаю, нет, но если какое-то время питомец живет с хозяином, он точно начинает перенимать его черты лица. А иногда даже наоборот. Прошу, как кота. Давай снимаем. Стал бы ты дружить со своим двойником? Мне кажется, у нас были бы очень тяжелые взаимоотношения. Какие три вещи ты бы взял с собой на необитаемый остров? Не знаю, какую-нибудь книгу, рояль и диктофон. Какую суперспособность ты выбрал бы? Телепортация. Самый лучший момент в твоей жизни? Он впереди.